Добрый день, дорогие зрители. Я немного поигрываю в разные игры. И вот одна из них — «Проклятые земли». А так как я делаю видео, все-таки решил снять по ней что-нибудь. Это что-нибудь летсплей. Ну и, возможно, еще что-то в будущем. В общем, смотрите сами. Тролль. Мы его откуда? Привели. Откуда? Откуда? Вы, где из вы локации. Нашли? Так, все, съемка идет. Итак, с вами сейчас Дынтерган. Мауаэль. Мэйл. И Ревар, здоровяк. И Тролль. Развлекайтесь. И Мауэль. Мэйл. Мауэль. Канатик. Вот, это игра «Проклятые земли». А это общество. А это тролль. А это Женя бьет тролля. И Реван. У нас всякая защита, броня, сила. Можно обойтись в комментариях, я думаю. Не снижение настроек никак не снижает FPS. Блять, потому как бить троллей, да? Мне сейчас тебя троллят? Прыжки его огненной стеной. Ну, жечь тролля огненной стеной — это классика лодов. А если тебя троллят в скайпе? Что же там работает? Неплохо. И что там с него? 8 шкур. Хрена. Знаешь, сколько мне сейчас в PS3? Охотно. Увы, мне туда плохо. О, теперь вообще надо. Пойду верну старые настройки. Я не знаю почему, но здесь настройки графики вообще не влияют. No. И сделаю удар. Стойте, а не используйте, не используйте просветку, просто как Рома подсветил, мне сразу прям 3 FPS стало. Значит, не используйте просветку. Охерел? Не используйте просветку. Ее сейчас нету? Есть. Двух листа. Кончилось. Нет, еще. Сверху. Сейчас 15. А сейчас? 15. Не. Okay. А сейчас? Просветка. Тоже 15 мисс какая-то. Так, там у всех защиты. Это тоже было. Блин, еще приперлась. Я просто не очень полезен. Не броня высокая. Мне только 2 удара сразу есть. Я у меня шары с особым уроном. Ну, если покуче? Да даже покуче. Не броня 40. Это по 20 хотеть, но уровня шара. А они все в шкурах тролля. Дюжина была в шкурах черного. Тигр сверху убьем. Тигр не мешает. Ну чё? Здравствуйте. Я немножко подхожу вперед. Нет, наоборот, надо их отводить. Окей. Куда отводить? Тебе назад. Блядь. Сними атаку. Сейчас. Снял. Чё ж ты сразу ты этого не делаешь? Так. Кто еще приперся? При лучнице 2 дезертира плюс собак. Ты еще... Я лечусь. Лечись. Сейчас анимация закончится, так. Так, сколько там? Еще один фаербол нужен на лучницу. У меня сейчас жезл почти откатился. Наверное, надо. Не успею. Это нас целитель. Угу. Фаерболы. Эффект. Всех убили. Ну, зато ты боялся.
Что у тебя же хп там не осталось? Да, железо. 475 денег. Заряд подошел, конечно. Да я что думал, что она засыт. Да я шаг вперед сделал, чтобы труп поднять, и она убежала. Она все равно убежала. А, ну она да, на себя наложила и все равно убежала. Да, хлопок. С них падает хлопок. Хлопок? Какие хлопок? Хлопок. А, там еще есть? Есть, конечно, там целый лагерь их. Да хренище. Готов к бою. Еще непонятно, чем они бьют. Я люблю это искусство. Это да вот так сделаю один момент. Опа. На всякий случай. Но эти бьют мечом. Опта. С осада. Боевой маг, дезертир. Ну что, я выхожу, да? Погать. Я потом одну настройку перепроверю. Они сказали, что настройка, что она прогружает текстуры на всей карте. И повышает качество. А так как здесь карта на Ингрисе намного больше, чем в Пацке. Ну, поход. Ну, не знаю. Может, ты можешь... Нет. Ярче, что ли? Надо будет... Потому что у меня на экипаде лагов нету. И в одиночке тоже. Из идеальных стабильных FPS. То есть я сначала и на это списывал на лаги интернет. С обзорчик этого мода запилить? Можешь. Запили. Вроде неплохой. Правда, это все равно не прибавит популярности. Но игре. Главное, чтобы было. А зачем этой игре популярность? Ну да, вообще незачем, потому что 700, ну, где создатели игры? Почему они хотят сделать Проклятые земли 2? Зачем? Эйдос Интерактив все еще вообще работает? Эйдос Интерактив вообще еще существует? Хрен узнает. Ну или там кто-то права был. Очень хорошая игрушка. Тот же Westwood Studios, который выпустил Нокс, линейку Дюны и прочее, уже давно расформирован. Ну, Нокс-то остался. А у кого права на него? Алло, да онлайн вроде тоже ввели. На Нокс не было права. Алло, да онлайн, это обычная WoW. Да, это херня полная. Да. Ну, блять, я знаю, что это полное говно, но... А вот ничего. Только назад. Блин, по-моему, Проклятые земли... Она была хорошей, пока её не выкупила Mail.ru. Все. Там до свидания. С кооперативом, скажем, на 4-куча человек. Права? Пала, я... В варианте, более проработанный баланс. Что, Игорь? На Нокс права попала EA Games. Но примерно пару лет назад у них закончился срок. Топ. И сейчас на Нокс у кого прав нет. А чем именно так тебе Нокс полюбился, в отличие от остальных игр подобного жанра? Какого подобного жанра? Какие игры подобного жанра ты знаешь? Приказ понятен. Ну, Диабло вообще не сравнится. Вот видишь, Диабло не сравнится. Но все же это похоже. Потом... То есть на верху изометрия. РПГ. Похоже, графики это фигня. Здесь тоже есть. Пусть не изометрическая, но вид сверху. Три меха. Вы мне туда не пойти. Женя! Сзади волк. Стоп, он идёт за нами. Блять. Бить и пьём этого. Я короче... Женя! Ёлк, потерял мышку. Мне надо было кого-нибудь руку красного съел сделать. У Игоря. Я руку съел. Пошли ещё волка этого убьём. И пойдём обратно домой. Охотно. Женя! Да заебали, блять. Подожди. Дилево. Я отдал приказ 5 секунд назад, у меня книга поднялась. Чего? Ты сгусток себе сделал? Приказ понятен. Чё? Ты сгусток сейчас колдовал, да?
Не понял, что. Это ты его сделал. А, вот ты. Охотно. Ты молнию подавал. Я не успел ничего подавать. Ну ладно, пошли домой. Руку выбили. Вот. Что касается Нокса, я не знаю вообще игр подобного жанра. Похоже хотя бы на геймплей Нокса. Да, там круто все это сделано. И, по-моему, слишком динамично. Не слишком. По мне даже чересчур динамично, когда я в мультиплеер играл. Ну... Для тебя игра, получается, должна быть слишком динамична. Да я бы не сказал. Да не. Ну, та же самая, в общем-то. Приказ понятен. Рома, аккуратно, тигр. Рома! И такой удаляющийся расстояние. Блять, сука, вот. Это моя еще. Виноват он, но виноват ты. Женя! Блять, я сейчас отключусь, если вы это еще, если вы продолжите это делать. Да ладно тебе. Ну, шутку, свои же. Блять, ты попроси же, меня это бесит. Уж любя. Не надо, YouTube это не увидит наших обхождений. Ты же не включал, да? Да нет, что ты. Теперь Женя знаменит. Ну почему, тут эта тема хорошая была. Чем хороши Нокс и проклятые земли. Немножко юмора. Не занудничай. Тем более на камеру. Разобрал штаны, а мне не хватило одного железа. Ни у кого там случайно одного железа нету? Считать не пробовал перед тем, как разбирать штаны. Показалось, что его там 8, его там 7. Показалось, что 8. Блин, пацаны, там метнитесь одного солдата, убейте на железо. Там 20 солдат, они все вместе. Без танка нельзя. Так. Собирай обратно. Я сейчас сделаю по-умному. Я разберу перчатки. Все, разобрал, денег нет на сборку. Классик. Вот они. Железо. А, без перчаток проживу. О, броня 33, классно. Че там еще перчатки... 20 брони дают. Опять же, перчатки сделаю латуневые. Не надо латуневые перчатки делать. Плохая идея. Да блин, там я всего 1000 потратил на сборку. 1000 всего лишь. Ты уже собрал? Да. Что это за стрим такой? Блин. Ну, в общем, когда там у нас будет все нормально, надо будет это снова... Было 65, так, сейчас с помощью магии дойдем до... туда, до куда нам надо. О, тигр тупица. Ой, убийца. Блин, пока дошли до сюда, успел подохнуть. Блин, хотя тут немножко совсем шли. Кто подохнул? Я подохнул, блин. Приказ понятен. Соболезную. Тигр резко. Оно соболезновать, сказал. Быстро соболезновать. Ясно. Приказ понятен. Фига себе, атаку 3-15. Мне аж страшно стало на секунду. Мне даже жарко стало. Я все понял. Пора врагам Богу молиться. Время мусор выносить. Ясно. Во, Роме уже больше опыта дают, чем мне. Давно уже. Неудачно. Давно уже. Удачно. Ну я только сейчас внимание хватил. А, это толстяк. Это же толстяк. Он сильный, а не толстый, у него броня широкая. У него кость широкая. Так, а где здесь бревнышко с секретом? Броня, кость у него тоже нормальная. Здесь же было бревно с секретом. Какое бревно? В оригинале? Да.
Точно почти здесь? Сюда до конца дойдем. Я все понял. О, смотри-ка, он нашел. Мех. Почему он бегает? Почему он атакует? А? Ну это нюанс. Я все понял. Поджаренный мех. А, здесь тупик. Я не могу! Препятствий не вижу. Нет ничего проще. Блин, хуй бы тролль. Препятствий не вижу. Что за жизнь? Я беру больше. Сегодня, короче, на физре мы занимались с группой. И там вроде направление технологии производства или как-то так. Ну, короче, сокращенно ТП. Там, короче, девки что-то говорили, и там тетя физрук такая: ух вы мои ТПшки. Им. Ну, я не знаю, говорить, не говорить. Рома, ты уже конкретно замучил меня. Ну, кот не жалуется. Я, конечно, терпила. Какой ты терпила? Это не называется терпила. Приказ понятен. Не смей рифмовать через всем известное слово. Терпила ты бомбила? А, это все видно, это все видно. Дрила? Какого дрила? Ясно. Да блин, кого когда... Дрила? Это вы причина моих бомблений. Потому что ошибаетесь вы, а виновата и у вас я. Пятый грандмастер. Взял пацанов. Как же такое может быть? Егор, представь, что ты играешь в лиге или в доте там за танка. Твой керри врывается вперед, его убивают, он говорит: сука, танк не затанчил, мразь, блять. Так и есть. Ну так же должен впереди быть. А керри из-за него. Танк, что ты делаешь? Вы несете башню, а ваш керри побежал в лес фармить красный, его убил там ассасин. Вражеский говорит: сука, Алистер, мразь, ненавижу. Да. Женя, ну я же помню, как ты за меня прятался, за мою спину. Ой, вспомнил тоже. Да было всего пару раз и давно, да? Да. И вообще неправда. Это все вражеские махинации. Приказ понять. Я хочу мифрил найти. Я хочу себе красивую броню, ну или сталь хотя бы. А то это окисленная броня, мне не нравится. Кислая броня, окисленная. Железо, это и броня, и чистого железа. Железо у нас на воздухе окисляется. Получается то, что видишь, оно темнеет. Только с примесями. Только с примесями. А ты думаешь, Антон? Железо не окисляется. Железная колонна вдали. Слышал? Железная колонна вдали, которая тысячи лет стоит на открытом воздухе. И все сейчас чистое. Ну здесь маску железо болели. Явно не чисто. Смотри на него. Без следов. Ржавчины. А что насчет стали? Коррозии. Сталь разная бывает. А где эта колонна стоит из железа? Вот или... у меня, допустим, это моток стальной проволоки. Она с... покрыта да, нержавейкой. Кстати, не единственная железная колонна такая. Препятствий не вижу. Пойди, где-то еще есть. Это как это кстати, железо точить? Хорошо. За дверью будем смотреть, что есть? Она, скорее всего, не откроется. Там, по-моему, тролли. А, ну, отлично. Сплошные тролли и дали льда. Я правильно помню. Тролли, опыт, шкуры. Один тролль, это считай, 8500, 8 шкур по 1000, еще 500 денег. Кайская деньги. Это такая скрытая шутка про то, где мобы на деньги. Ну, кстати, в Володах
про тролли говорят, что отдельно написано, что они очень сильно тяготеют к золоту и его собирают. И едят? Не едят. Просто собирают. Они же разумно достаточно. А, ну да. Ну походу не в этих холодах, посмотри на него. Он даже не догадался с огненной стены выйти. У меня прям это... повид какой-то некромантер модный. Некромантер за моду. Убей уже кролика. Да ты... не сможешь. Ёпта, не по тебе стрелял. А... не смог. Мне завтра первый паре, а вы спустя сегодня еще плохо. Вот этот я сделаю, я, наверное, пойду. Ну да. Ну как раз на стрим хватит. Какой стрим? Вернее, летсплей. Который все еще ведется. Да, мы все снимаем. Компомат. Понимаешь, что YouTube просто забит такими вот. Не нужно никому будет лишнее. Никогда не знаешь, какой выстрелит. Да. Вроде делаешь нормально, и ничего не стреляет, а сделал как говно, и все его смотрят. На какой год мне этот? Он еще тролль. Сам такой. Приказ понятен. Где тролль? Иса. А, он слева. Справа смотрю. Поближе. О, чай. Я чай нашел. Я все понял. Ускорили Женю. Игорь, а зачем тебе регенерация? Она пассивно кладывается бесконечно. Ты с собой рук носишь? Да, все еще. Ты чтоб жезл оставил кто-нибудь отплакиваться. Какой, например? А че на Женю не наложишь? Кого? Регенерацию. Она довольно слабая. Нет? Доклад. Ну, перед совсем важным я накладываю, да. Действительно, можешь зарешать. Может, по правому берегу и пойдем? Увы, я не пойду. Там нет прохода. Отчет. А, да-да-да, вспомнил. Ну, а какой у нас квест там? Солдатик. Сукин ты ребенок. Как будто он услышал. Приказ понятен. А, Егор тоже в кадре будет. Можно мне эту ногу полечить? Врум, врум. Приказ понять получится. Так, первые 10 минут истекли. Фу ты, я забыл. Приказ понять. Ты че, что записываешь? Бандикам. Я надеюсь, ты его хотя бы взломал. Что ты говоришь? У меня лицензионная только продукция. А-а-а. Да, в таких вещах на камеру не признаются. О каких вещах? Я не понимаю, что ты говоришь. Может, еще и Винрар лицензионный купленный. Приказ понятен. На гору может быть. Ясно. Это фантастика. Там с этой лицензией в трубу. Препятствий не вижу. Мол, и правда. Сколько он там 29,5 долларов стоит? Да это немножко Минрад. Странно как-то. Ну, приказ понятен. Нужен фотошоп. Вроде как хочешь им воспользоваться, но это будет неэффективно, потому что только начинаешь. Мои соболезнования. Приказ
понятен. Препятствий не вижу. Спать охота. Я все понял.